Да, ребят, да. Проходит, время идет, уже Новый год прошел. Сейчас, вот, полгода прошло, а я все думаю, что еще лето на дворе. Бывает такое, да? Да, ребят, время летит, конечно, очень быстро. Очень-очень быстро летит. Только вчера был 2015 год, на имя Новый год, и уже был недавно еще один. Ууу, я просто в шоке. Не, ребят, что хочу сказать. Все просто очень плохо. А вы даже не понимаете. Ничего не понимаете, то что... Как всегда, мы продолжаем, продолжаем. Что-то с кубиками этими делать. Это 3 на 3 на 2. Вот. Вот, я думаю, с такого ракурса очень хорошо видно. Видна вся проблема этого кубоида. Посмотрите внимательно. Видите, какой фигуры этот элемент. Дело в том, что это, по сути, вы видите, что тут торчит винт. Это очень плохо. И, тем не менее, есть же способ сделать этот кубик совершенно, совершенно по-другому. Из мини 3 на 3 на 3 был один инженер, он это сделал. Да не один, двое было. Еще был Тони Фишер, но... Сейчас все делают 3 на 2 вот так вот, как это делал я. То есть, кто из 3 на 3 на 4, кто-то из 3 на 3 на 3. Там уже вариантов много. Кто-то из 4 на 4 на 4 даже делал. Тоже, кстати, способ. И не будет тут ничего торчать. Ну, в целом, мне нравится кубик. Я, ну, просто хочу сделать его маленького размера, чтобы был вот такие кубики, как 3 на 3 на 3, то есть, вот такие. Так. Ну, видите, да? Как бы так. Да, 3 на 3 на 6 мой. Где он там у меня? 3 на 3 на 6 в работе. В работе тут еще один слой. Тут еще будет точно такой же слой. Потом это все еще наращивать. Вот в чем проблема. Я догадался, как тут сделать. Теперь еще это надо на полкубика нарастить. Вот эти крышки я уже сделал. По сути. И все. И они как бы спокойно, спокойно, спокойно. Все будет. Ребят. Я не о кубиках даже. Дело в том, что... Я с февраля месяца-то мячики больше в воздух не кидаю. Как я это делал раньше. А очень жаль, ведь вслепую у меня получилось достаточно хорошо делать. Еще так четырьмя попробуем, кстати. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. А ничего, неплохо, кстати. Неплохо, кстати. Тихо. Сейчас чуть-чуть. Четырьмя тоже умею. Не, лучше синхронно делать. Вот так. Не, умею. Четырьмя. Хоть и выглядит не очень, но кого это волнует? Главное, что мы жонглируем. Низко, но... Кого это волнует? Бросил, ребят. А я сейчас думал, начну. Нет, ребят, это я. Как всегда. Который раз, ребята, пытаюсь вас обмануть. У меня ничего не получается. Как вот пытался что-то там сделать, да? Так ничего и не получается. А по сути... По сути, ничего и не получилось. Я еще буду рисковать, буду что-то пытаться делать, буду права, в конце концов, качать. Вот. Права я качать умею, люблю. Вот, уже делал так. Не раз, на самом деле. Особенно, когда это... Когда это... Ну, в общем, права качать это я умею. Еще будем это делать. Потому что, конечно, все просто ужасно иногда бывает. Вот. Но в целом... Как бы... Все идет так, как я планировал. Потому что шарики никуда не делись на самом деле. И мы еще будем, конечно, продолжать это делать, только вот, правда. Не скоро, но будем.
Значит, 6 мечей. Что я могу ими делать? Нет, давайте 3. Нет, 4 меча. Так, посмотрим, можем ли мы им... Так, я еще эти волшебные трюки, которые я год назад научился делать, там, типа, 5... Holy shit. Да, научился делать. Так, главное, тут просто в камеру, чтобы уместилось, пытаюсь их пониже кидать. Так-то я могу, но... Ай! Ай! О! О! Все. Вот. Научился, да. Кто еще у нас там остался? А, этот. 4-4-1 Мелзмес. Так, сейчас. 4-4-1. 4-4. Главное кидать на равную высоту. Трюк сам будет получаться. Немножко главное. 4-4-1. 4-4-1. Все, все. Вот так вот. То есть, по сути, главное на равную высоту сейчас кидать. Они сами будут. Сам трюк будет исполняться. То есть, 5-3-1 и 4-4-1, по сути, просто разница в пропорциональности. То есть там мы кидали высоко-низко, а там просто на равную высоту. То же самое, по сути. Просто на равную высоту кидать, и все, на самом деле, получается, на самом деле. Вот так надо. Вот надо как бы этот самый низкий мяч как бы немножко так вот, как-то вроде перекладывать, а вроде немножко так, просто как бы руку отпустить, чтобы он немножко повисел в воздухе, и все. Вот, три, так, 4 мяча у нас. Так, о, 5-3-4 умею. Как основ... А, да, 5-3-4, то есть там было вот так вот. Такой фан таким как бы. Это не сложно уже. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Говорю, когда в камеру это все. Вот, 5-3-4. А также... А, так, Мелзмес не умеем. Ибо я вообще не понимаю, как можно его вообще делать. Он, конечно, сумасшедший. Вот, смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, куда он там закрылся? Вот туда. Ай, коробку. Нереально просто делать. Нереально. А, так, вот. А вот 5-3-4 Мелзмес. В принципе, что-то выходит, но как же его можно исполнять, не умею делать самого обычного Мелзмеса. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. А вот интересно, 3-1-2. А, подождите, 4-2-3. А, да, конечно, такой есть. Так, 4-2-3, вот он. По сути, 5-3-4, по сути, одной. Вот, по сути, то же самое. Ну, думаю, что 4-2-3 Мелзмес все делать умеют. Это фейкмес обычный. Еще его называют. Кстати, на 4-2-3 тоже некоторые хитрые трюки можно исполнять. Там 6 мячами, например. Вот смотрите. 4-2. Так, это же Мелзмес. Ай-яй-яй. Все, проблема в том, что я не могу. 4-мя. Как вот жонглировать ну, таким мультиплексом. Так. Я говорю, я не могу жонглировать. Это все твои проблемы. Не могу я вот так вот делать. Я так не могу. Мне надо, я не знаю, смотреть на них постоянно. Скажем, усилием кидать новый бросок. Потому что очень сложно это тонким коридором кидать. Ай! Так, вот. Так, ну все-таки попробуем-ка мы это исполнить, а? Так, главное их ровно кидать. Тут колонкой ровно кидать ее. Ну вот как-то так. Потолок низкий, так бы. Теннисные мячи уже. Дряхлые. Старые, потому что. Вот. Так, вот этот трюк, в принципе, что-то как-то идет. Просто две колонки, надо за каждой смотреть, как там, что идет. Это еще обычная скорость. Вот, например, 4 мячами по кругу жонглировать. Это, конечно, нереально, потому что скорость там быстрая, конечно. Ай-яй-яй. Нет, это, ребят, невозможно. Это... Главное, это их кидать цикличные по кругу, ровно, на равную высоту. Вот. Фу. На равную высоту. Так, а что мы... А, 5 мячей. Продолжаем делать наши сплиты, которые меня спасли. Вот, хоть какой-то трюк появился нормальный, который можно спокойно показывать публике. Можно также вот так вот сплиты делать. Вот так. Ту-ту-ту-ту-ту. Что-то как-то меня выскальзывают они, у меня какие-то скользкие уже стали. Ну, менять надо. На профессиональный теннисный мяч взять, там, они им гораздо удобнее делают.
вот так вот, даже проще. Когда так вот колонками все равно, да, они же как-то разлетаются вечно в стороны. Вот. Просто проблема в том, что когда вы кидаете колонкой вверх, они же как-то вот так вот разворачиваются, их надо как-то вот, когда вы их высоко кидаете, они же разлетаются в разные стороны. Стороны их надо кидать. Ну вот. Как бы, как-то так. Да, мой старый трюк водопад, который мы так любили, пытались даже четырьмя мячами исполнить, вот он. Так. Уже очень простой трюк. Вот, кто-то жалуется, потому что не может исполнить. А вообще, видите, у меня немножко рука вниз идет, но в целом, как-то, можно даже так исполнять, почему нет, вот, не обратно. Вообще, обратный хват, это какая-то жесть, конечно. Ничего не получается, вот, как хотите, но вот так вот. Все время я жонглирую как-то вот в вертикальной плоскости, как-то вот так вот. Не-не-не-не. Фонтан четырьмя вверх, так вот. Это, конечно, нереально делать. Но мой любимый трюк под названием коробочка такая вот. Его называют тик-так. Не, это коробочка. Как хотите, но это коробочка. Бокс. Это везде бокс. О, вот лучше так вот его немножко так вот. Мячик так немножко подлиннее, чтобы была траектория этого мяча. Вообще красиво будет. И надо, чтобы был ниже головы. О, вот так. Вообще супер. Проблема в этом трюке в том, что надо очень хорошо уметь исполнять круг. В одну сторону. И в другую. Но увидите, что у меня вот эту сторону трюк вообще ужасно. Этот круг вообще ужасно получается, посмотрите. Как-то вообще не получается. Вообще, я думаю, надо, чтобы каскад пятью исполнять, там надо круг четырьмя тоже. Не только в эту сторону. Какая тут скорость бешеная, конечно. Она в три раза быстрее, чем тремя мячами вы это делаете. Да. А вот в обратную сторону только из только там броска 3-4 сделать могу. Ай-яй-яй-яй. В принципе, жонглировать каким-либо количеством мячей это вообще не проблема. Есть такая штука, называется сайт-своп. И можно любой трюк записать этим, по сути, делом. Так вот. Цифра 2 означает то, что мяч находится в данный момент в руке, но он не бросается. То есть, посмотрите, 4, сейчас, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3. То есть, одна рука всегда бросает, другая нет, а потом меняется. То есть, это бросает, а это не бросает. Потом, то есть, как бы, одна рука бросает два раза. Вот это означает бросок как бы 2. То есть, пропускается как бы бросок этой рукой. То есть, как бы, там мяч есть, но он не кидается. А 0... когда мяча нет. То есть это обычный выброс уже тогда будет. Можно хлопнуть один раз. Можно хлопнуть два раза. И в конце концов, ребят, три раза можно. Смотрите. Все. А четыре раза получится, смотрите, тихо. Не, только три раза получается. Четыре надо потолок, чтобы был повыше. Но в целом, тихо. О, получилось четыре раза, слышали? Нет, я прям очень быстро хлопнул. Вот. Но это тренируется, в принципе, если хотите семью жонглировать, надо не делать выброс и два раза хлопать, надо пятью делать выброс и один раз. Это будет честно. Вот, например, каскад пятью у меня как-то вот этими мячами вообще не идет. У меня ощущение, что у меня оно вообще в какую-то одну сторону вообще загибается. Это связано с тем, что... Связано, в конце концов, с тем, что у меня руки по-разному работают. Опять-таки, круг. Тремя мячами. Вообще, это змейка. Змейку-то я практиковал, только вот... Так вот, в эту сторону она у меня идет как-то, видите, под каким-то зигзагом. Как-то она синхронно у меня потом начинает идти. Как-то вот... Вот так вот потом. Так вот идет. Потом. Поэтому, как бы, приходится исправлять. Да и то, в эту сторону она идет, видите, как. А в эту более-менее нормально. Надо в целом... Змейка. Змейка, в принципе, это еще идиот. Только мячики надо бы поменять. А так в целом все нормально. Все, ребятки, нормально. Да. С этой коробочкой вверх ногами еще ее исполняют. А вот у меня она не исполняется вверх ногами. Понимаете? Не хочет и все. Вот ай. Потому что я могу вот так вот.
А тут надо, по сути, ускорить по падению мяча, и все, и... Не-не-не-не. Тут все гораздо сложнее. В конце концов, ребят, вот четырьмя мячами тик-так, это, конечно, будет очень хорошо, но... А, кстати, хотел бы всегда хотя бы вот... Вообще-то правильный тик-так, это вот такой. А, тихо-тихо, сейчас, подождите. Ай-яй-яй, подожди. Сейчас попробуем круг хотя бы один сделать. Раз, два. Тихо-тихо-тихо. Раз, два. Раз, два. Ну, это надо иметь делать высокий-низкий круг. Тоже был хороший трюк, высокий-низкий круг. Раз, 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 раз. Не очень сложный. Просто главное эти два мячика так немножко низко кидать. Вот, немножко как будто бы. Потому что это 7-1... Как там? 7-1, что-то там 3-1, да, как-то так. Вот. Потому что если это получится 12, разделить на 4, 3, да, то есть правильно. Это 7-1, 3-1. То есть надо повыше делать этот и как можно ниже вот так вот, вот тогда. То есть как бы их так как бы практически сразу. Раз, раз, раз. Это будет очень красивый трюк, особенно когда там высокий, средний, низкий круг. Вот как раз четырьмя, вот, смотрите. Видите, какое бешенство. Это еще легко исполняют большинство жонглёров. Да, ребят. Это, конечно, поэтому я не могу делать. Я тик-так четырьмя, хотя вверх ногами. Что-то как-то лучше идет. О, тихо, еще раз. Как-то вот, вот, о, тихо, тихо. О, вот, вот, вот. Идет. Вот. Вверх ногами еще. Тремя, конечно, это уже, конечно, более занудно как-то. Но в целом. Четырьмя, по-моему, гораздо лучше выглядит. Четырьмя. Показывает только четырьмя. В целом, вроде бы уже научился. Вот я чувствую, что он смотрит внимательно. И уже получается. Смотрите, как много раз. Конечно, видите, в эту сторону плохо, но вот когда я с правой рукой делаю этот бросок, это хорошо. Просто вот двумя по кругу это, конечно, тоже сайд-своп. Но жонглируем-то это, как ни странно, даже не понял, почему. Блин. Причины даже и не считают. А причина в том, что жонглируем двумя это только вот это. Ну или, например, вот это. Блин, как же сложно запутать. Вот я говорю, вот этот трюк тоже отрабатывает очень хорошо башенку. Вот. Тремя мячами. Тихо, вот это упражнение. Главное тут не сбиться. А то башенка-то тоже хромает у меня. 5-3-1. 5-3-1, блин. 5-3-1. 5-3-1. Идет. Идет. Отлично. Отлично. Видите, как у меня в эту сторону плохо. Вообще ужас. А в другую более-менее как все стабильно. У меня левая рука вообще, она... Четырьмя вообще жонглировать не может, вот. Не может. Мы пытаемся, а она... Хотя, немножко могу. Правый, конечно, гораздо. Я там 100 бросков правый делал. Там... Конечно, 100 бросков это нет. Надо, чтобы было побольше бросков, но... Опа. Ой-ой-ой, опа. Ну, да. Ловить, что же надо одной рукой? Ну, кого это волнует, главное, чтобы все было. В конце концов. Вот. Очень все печально, что бросил, но вы же, ребят, сами виноваты. Не заслужили, действительно. Контактное жонглирование. Не сроднился с ним. Ни на сколечко, хоть, не знаю... Так-то мы умеем спереди вслепую. Глаза закрыл. Как-то можно их... Какой-нибудь этот чехол для айфона. Как-то... Короче, ладно. Закрыть как-то глаза. Какой-то там... И, в общем, вот. Можем делать. А когда это за спиной,
Это, конечно, что-то, ребят. Ой-ой-ой. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. О, а Миша, получается, что ли, стало уже тихо? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не-не-не. Не получается. Просто видите, как я руки держу. Надо к телу держать. Тело, оно помогает нам таким образом. В принципе, такой же прикладывать, только вот, вот так вот я хочу держать. То есть просто неправильно. Неправильно по своей натуре, но все-таки, ребят, вот так вот. Нет. Все-таки, ребят, я вот думаю, знаете что? Надо мне реально. Что с кубами делать, это? Это, наверное. Надо доделать это поскорее, уже 3 на 3 на 6, и перейти к чему-то новому. Я хотел показать, как собирается такая штука. Штука такая вот. Вот такая штука, ребят, хотел показать, как собирается вот. Не так-то и сложно на самом-то деле. Хоть она и замешивается, как демон. Ёбы. Она, кстати, очень хорошо как-то вращаться с ним стала. Сначала прям ужасно, а сейчас прям просто, просто хорошо. Вот эти вершинки, они все время имеют свойство перекручиваться, но в целом. Это Икосайдер Рубика, ребят. Ну и гонка еще в 2013 году появилась. Но она не такая-то сложная по своей на сборке. Ее собрать не проблема. Просто обычная формула. Там, и можно вот эти детальки, вот эти, которые на ребрах, вот эти маленькие треугольники, спокойно собирать. Вот эти детали. Это ребра в кубике Рубика. Это углы в кубике Рубика. Вот. Это вот, по сути, это в скьюбе. Уголки также ведут себя. Правда, ориентировать не нужно. А вот... А, так. А все по сути. По сути-то и все. Вот это углы в кубике Рубика. Это в скьюбе. Вот эти центральные. Кстати, когда мы вращаем грань, они захватываются вместе с этим. Ну, скьюб даймонд, как он там назывался. Хотел сделать тоже обучалку по ней. Но, конечно, займет это часов 5. Сборка. Уж больно долгая. Я думаю, что с такими видео, вот сейчас видео записываю 20, уже сколько, сейчас через 7 секунд, уже через 3 секунды, так. Вот уже 23 минуты записываю видео, да, 15 минут уже прошло, не хватает 15 минут ни на что. YouTube, зачем он вообще придумал этот лимит видео? Да это еще самое, не самое плохое, что YouTube вообще придумал. Вот. То пытался даже в компьютерные игры. Вот играл в Impossible Game. И тут меня, короче, решили за музыку оштрафовать. Владельцы YouTube. Тип, мол. Вот. Даже вот вроде бы с компьютерной игры. Ладно, там обычную музыку он запрещает вставлять видео, но. Но с компьютерных игр-то куда? Ну, с компьютерных игр-то. Да. Все, конечно, очень. Но слава богу, мне еще разрешили это видео оставить. Вот. А иногда бывает, что видео вообще в странах других блокируют, на устройствах. У меня такого, слава богу, еще ни разу не было. Вот, ну и по сути, музыку-то я так и не вставлял, хоть меня там некоторые просят. Но я говорю, я не буду вставлять, хотя можно попробовать вставить так некоторые иногда. Уже проверенные мной. Из компьютерных игр могу вставлять, в принципе, без проблем. Только не все, но могу. Буду делать еще обучалку по этой гонке, а пока. Пока, ребят. А пока, ребят, давайте подождем до лучших времен. Мне надо этот сначала доделать. Придется потом, наверное, еще один делать такой. Потому что будут просить меня будут, как я его сделал. А это уже... Эх. Я не знаю сам. Это, по-моему, самый простой способ его сделать. Ничего не стоит. Метод Фишера используем как... Уже не первый раз. Уже один раз использовали.
метод Фишера. С любой кубоид, когда мы делаем, мы обязательно используем метод Фишера. Одна из двух маленьких частиц. Вот в этом кубоиде мы его частично уже подиспользовали. Вот мы его, по сути, уже использовали, да. Уже полностью вот здесь. Здесь уже полностью. Так же, как в 2 на 2 на 3. Ой, там уже, в принципе... Да. А, да, кстати, по поводу метода Тони Фишера. Гигантский кубик Рубика хотелось сделать. Вот. Вот. Какой гигантский кубик Рубика, 18 сантиметров, хотел сделать. Но проблема в том, что из обычного кубика Рубика нам его не сделать. Почему? Могу объяснить в других видео. Но я понял, что не получится. Надо покупать большего размера кубик Рубика, сантиметров такие 9 или 10. Такие продаются. Можно купить, попробовать реально сделать самому. Но будет гораздо круче иметь самодельный такой, чем, конечно, купленный. Тебе вращается там, конечно, сволочь. Сначала, когда я купил, вращался в эту сторону хорошо, а в эту вообще не хотел вращаться. Теперь уже более-менее как... Видите, немножко поскрипывает, но в целом неплохо. Вот. Да неплохо, ребят. Вращается, короче. Да, хотел взять кегли. Это кегли пока еще, ну, до булав не добрались. Тут грузиков нет, вообще-то у булав там такие грузики, поэтому они все время на вас летят, на ваше тело. Да, ну попробуем ими. Я вообще все время их ловлю за неправильный конец, поэтому я пытаюсь на них... А, кстати, тихо, вот сейчас у него очень хорошо, хороший заход, вот, был кеглями, но они легкие, конечно, но в целом. Гораздо лучше на кегли, но ими гораздо сложнее жонглировать, чтобы... Мастера! Самые мастера только 7 штуками жонглируют. Один только... Кто там? 8 там? Вообще, это мировой рекорд. Нет, 9. Там было 9 палок. Палок. Но все равно, по сути, одно и то же. Только вот тут-то видно, за какой конец их хватать. Особенно, когда там... Ладно, там... Тут-то, в принципе, несложно еще догадаться. Так, а что они у меня? Да, а вот когда вот уже 5 штуками, там надо кидать их 2 раза выше. Когда они даже идут 2 оборота. Вместо одного. Вот. В сути, можно да, даже этими сделать 2 оборота. Раз! Не-не-не-не-не-не-не-не. Я не такой экстремал. Не, я не могу так. Могу только 1 оборот, а то не могу. Там. Всегда за неправильный конец хватаю. Я понял, сколько я хорош с мячами все-таки. Ой-ой-ой-ой. Еще будем тренироваться этими штуками делать. Хотя бы этими штуками. Еще булавы надо покупать. Но в целом... Будем еще осваивать. Кольца надо еще. Имя вообще потрясающе сбоку. Когда вот так. С кольцами. А, этими тоже. Этими тоже можно сбоку пока. Смысл. Кольца у меня пока еще. Вот такие. Кольца такие были. За всю историю, и то они. Коцаются тут. Так только такие. Не плоские кольца у меня были, а вот такие объемные. И поэтому их очень сложно держать. Держать. Как-то вот так вот их кидают. Там уже. Уже. До 7 мячей никак не доберемся. Но у нас был, у меня был друг. Вот смотрите, что-то 7 мячей. А что у меня? Видите, у меня он уже сваливается. Так. Так. О! Видите? Их не очень невозможно. Я вообще не понимаю, как можно 100 бросков ими хотя бы сделать. 7-то мячами. О, все кроме одного. Отлично. Сейчас, может, 7 поймаем. Все 7. Ой-ой-ой-ой. Нет. Нет. Но был, но у меня оказался друг. Друг Брюс Сарафьян. И у него там было видео, как он делал сплиты. 8, 9 и даже 10 мячами. Обязательно сплиты 10 возьму, когда 8 научусь. Мы так вот, мультиплекс такой делать. А без них, без него не получится. Чтобы делать сплиты, надо 5 надо фонтан вот такой выучить. То же самое делать с 8 мячами, только по 2 кидать. Так. А по одному в 8 как-то чуть-чуть. Так вот, это как-то... Вот как-то так вот, да, ребят. Это очень все серьезно. Но у меня оказался друг.
И он, короче, мне помог в этом. Надо просто их делать сплиты семью, попробовать. Давайте попробуем. А, кстати, вот, видите, тоже. Из-за вот этих всех тоже. По сути, главное вот в этом деле это смотреть. Смотреть за... И кидать колонку вот эту, когда там по два с одной стороны. И по три забыть. Вот там, где по два, надо кидать его идеально ровно. Или не поймается, или все будет завал. Так. Еще с семью мячами можно делать такие колонны. Можно еще колонны сделать. Один и три мяча. Ой! Но это я как-то там делал так один раз, но... Это вообще для единичной ставки. Колонны с семью мячами циклично будет не очень смотреться. Пятью тоже, конечно, что-то они у меня перестали вообще получаться, как... Пятью неплохо. Ну вот, как вы видите, да. Так что нет, ребят, нет. Никуда я дальше с этим не продвинусь, не могу. Не продвинусь, да. И просто хочу сказать вам. Короче, я скоро буду делать это, доделаю. 4 на 4 на 6, вот. Я подумал использовать Crazy 4 на 4 на 4, но... Короче, ладно, потом в следующем видео расскажу про эту проблему. Уже так вот, времени уже нету. Я задержался очень надолго в этом видео. Сейчас, наверное, обрезать его на два, что ли. YouTube же, сволочь, не примет получастное видео. Он примет только 15 минут. И все. Он больше 15 минут не хочет. Ни на секунду даже. Ужас. И поэтому 5 на 5 на 6 тоже обсудим там. Других видео. Да и 5 на 5 на 7 хотел сделать. А, 3 на 3 на 1. И 4 на 4 на 2, и 5 на 5 на 3. Тоже хотел делать. Не, потом. Потом. И что хотел сказать? Короче, кто-нибудь мне может поможет, кто-то нет, но... Просто, ребят, хочу вам сказать, что... Вот так вот все у меня идет. Времени мне на что не хватает, чтобы снимать эти видео, тем более. Сейчас ну, просто Новый год, я хочу очень много видео сейчас заснять по кубикам. Вот. Надо, кстати, еще раз сказать про кубой 3 на 3 на 5. Пару слов, то я его немножко переделал, на самом деле. Теперь у меня меньше локапит. Но самый лучший способ взять кубой 3 на 3 на 5, это, конечно... Конечно, вы понимаете, какой. Но там уже все будет видно. Ну вот и все, по сути, ребят. Значит, посмотрим, буду ли я жонглировать дальше. Сейчас я буду пытаться делать все, что угодно. Я еще не рисковал, сейчас буду. Очень рискованный момент сейчас буду делать. Просто пожелайте мне, ребят, удачи. Вот все же хочу сказать. Ой, у меня аж сердце сейчас затряслось. Господи. Ребят, с прошедшим Новым годом вас. Он у вас прошел гораздо лучше, чем у меня, поэтому... Не надо тут говорить, что говно, а не Новый год. Это же, ребят, 2016 год. Я вот никогда не верил, что настанет этот момент, а он настал. Мы так долго его ждали, правда. 2016, мне казалось, что он будет каким-то счастливым. Он только начался, мы еще не видим ничего. Вот 2015 я уже заметил, какой был. Такой обычный. Получше, чем 2014. Так, покрасивее, но... Тоже говно. Вот 7, 8, 9, 10 и 11 были просто потрясающими. А вот пришел 2012 год, и все. На говно пошел, и все. Ой, Новый год. На Новый год мне... Вот Дед Мороз подарил. Два кубоида 3 на 3 на 4. Один я уже зарезал.
А, тут крышка. Я его зарезал на один. Покажу, что из него выйдет потом. Только я вот доделать его надо, главное. А так, в целом. Второй. Не хочется пока его трогать. Очень хороший кубик вообще. Но... В принципе, ничего я такого не вижу. Плохого пока еще. Просто, ребят, еще в следующем видео расскажу, что это хотел, а сейчас хочу уже сказать все. Все, что я, по сути, могу делать с жонглированием, немножко пошло лучше, я, по крайней мере, тик-так, четырьмя вверх ногами у меня, это, конечно, сумасшествие полнейшее. Да, прям как это сумасшествие в одной компьютерной игре. Ой. А, это я про это все, короче. Не знаю, короче, все. Все, ребят. Видео заканчиваю. Посмотрим, что будет дальше. Видел кубик Рубика 22 на 22 на 22. Он просто взял и... развалился. И поэтому... Да, в интернете был. Взял и развалился. Он хотел сделать поворотом, такой, как так же пополам. Он взял и весь развалился. Причем хрустнул не сами эти детали. Сами детали были очень хорошими. Именно внутренняя крестовина от кубика... Ну, внутренний кубик 4 на 4 на 4. После, например, крестовина у кубика Рубика. Да и вообще у многих вот таких головоломок. Это, например, вот кубик 1 на 1 на 1. То есть обычная такая крестовина, ребят. Обычная такая вот крестовина. Но на таком, как, например, там, Шинг-Шоу 4 на 4... Ну, например, на Рубикс 5 на 5 на 5, например. У него крестовина кубика Рубика внутри. Или Шинг-Шоу 7 на 7 на 7. У него тоже 3 на 3 на 3 внутри. У меня была идея сделать кубик 7 на 7 на 7, используя 5 на 5 на 5, тогда он был бы пропорциональный. Неплохая идея, еще обсудим на форуме. На двух форумах, это спидкубинг, сообщество ВКонтакте и twistypuzzles.com. Два форума хороших, три даже, еще twistypuzzles.ru. Это уже русский форум, потому что это точно мне подскажет. И по поводу 4 на 4 на 6 тоже все. Вы, а пока что все, ребят. Сделайте так, чтобы я продолжил жонглировать, кто-нибудь мне поможет, в конце концов, кто-то не поможет, но... Ладно, все, ребят. Все. Все. Видео заканчиваю. Очень вас прошу, ребят. Кто-то, думаю, хочет, конечно, чтобы я снимал видео жонглирование. Хотя бы сделайте что-нибудь. Я буду просто счастлив. Это все. Ой, и еще там... И все. Спасибо вам, ребят, большое. Удачной вам сборки. И жонглирования, в конце концов. Кто-то освоит перевернутый тик-так четырьмя мячами или тремя, пишите мне просто, покажите в видео, то, что вы это можете, что кто-то вообще это может. Я пока видел только одного человека, который так может. Был еще второй. Один-то Крис Ходж. Так вот, делал. Тик-так тремя на перевернутый и также четырьмя, так же, как и я. И все. Был еще Милс, Стив Милс, который Милс Мэс придумал, кстати, в каком-то еще в 70-х годах, там, давно еще. Вот, тогда еще кубик Рубика изобрели где-то тогда, в те времена. Да, мы в 2014 году, летом, в конце июня месяца, мы отвечали, да, 40 лет спидкубингу. Там выставка была у нас в Москве, там, купил там Crazy 3 на 3 на 2, где его нигде не было. А я его взял, купил, сейчас его зарезал тупо. Еще один хочу купить, и все такое. Все, ребят, больше 40 минут я снимать не буду. Кидаю вас. С наступающим вас Новым годом. С прошедшим, точнее, уже. Помогите мне, ребят. Ну и все, удачной вам сборки. Тренируйтесь, ребят, удачи, жонглирование. Счастливого года, в конце концов. Ну и всего такого. Все, ребят, все.